Станция Валентиновка – раннее утро. На участке рядом с железнодорожными путями проводятся уникальные работы по санации канализационного коллектора, который проходит глубоко под землей по территории от камеры гашения города Королев до канализационно-насосной станции Соколовская. Объем проходящих через коллектор стоков составляет примерно 5000 кубометров в час. Трубопровод, проложенный более 50 лет назад, подвергнется необходимой технологической модернизации. Сложные и трудоемкие работы. Работы ведет подрядная организация Щелковского межрайонного водоканала. Санация – бестраншейный способ ремонта. Метод заведения полимерного чулка и раскрытия его внутри трубы за счет наполнения ее водой. Через котлы вода нагревается до 90 градусов, и в течение суток температура поддерживается. Благодаря такому воздействию смола в чулке полностью затвердевает, придавая ему необходимую форму и прочность. Чтобы выполнить эти работы, коллектор разбивается на участки. Их санируют шаг за шагом, а перед тем, как выполнять эту, еще раз повторим, уникальную технологическую операцию, с целью поддержания функционирования канализационной системы организовано здесь же, поверху, вдоль коллектора, обводная линия, работу которой поддерживает 6 перекачивающих насосов. Таким образом, работа канализационной системы не останавливается, что, безусловно, очень важно для жителей. Населению это даст надежность в обслуживании, надежность в канализовании. То есть были случаи, когда этот коллектор начал проваливаться, и там где-то даже машины проваливались в него, то есть изливы нам на поверхность. Сейчас этого, конечно же, ничего не будет. И железная дорога рядом, то есть надежность канализования огромного куста жителей будет обеспечена на долгие годы. Возле станции Валентиновка работа на очередном участке трубопровода. Их, кстати, будет по пути его следования с интервалом 120, 150, 300 метров еще несколько. Ведет подрядная организация Щелковского межрайонного водоканала, общество с ограниченной ответственностью, Ремспецмонтаж. В настоящее время производится монтаж полимерно-тканевого рукава на вводном кольце, на стартовом колодце для ремонта канализационного коллектора. С целью скорейшего завершения процесса реконструкции подрядчикам ведутся работы круглосуточно по сменному графику. Представители межрайонного Щелковского водоканала просили передать жителям из близлежащих домов свои извинения за доставленные временные неудобства. Работы по санации канализационного коллектора в настоящее время выполнены более чем на 50% и будут завершены в конце ноября, начале декабря. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».